Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Хворост, и сегодня я покажу полную, полнейшую установку Mountain Blade История Героя версия 1.0.11 на ваш Windows 10, если у вас все взламывается и взрывается, и вас взламывает Пентагон. Вы обратитесь по адресу, я вам покажу полную установку, как исправить шрифты, как установить нормальный русик, как включить софт, как изменить курсор, который лагает на Windows 10. Все это я покажу. Приятного просмотра. Чтобы скачать эту прекрасную игру, вам необходимо просто выполнять колы, которые я вам скажу. То есть просто выполняйте все по действиям. Первое, вы переходите по вот этой прекраснейшей ссылке, копируете ее из описания и вставляете в поисковую строку браузера. Вас кидает на сайт rusmanb.ru. Здесь вы должны выбрать одну из двух ссылок, то бишь здесь или здесь. Они абсолютно идентичны, что тут, что тут. Скачивайте с Яндекса диска, как это сделал я. После того, как вы скачали, вы должны установить игру. Дальше, когда вы зайдете в лаунчер, у вас будет запускаться Mountain Blade, даже будет запускаться лаунчер, то есть это не как обосранная копия от X какого-то там, хер его знает, даже я не помню этого ублюдка, он говняное делает и не запускается. Тут там еще плюс существует мод плюс Last Days, тоже, ну, говно, короче, паленое, обосранное, вот. Это именно лицензионная версия игры, только она не будет подключаться к официальным серверам, я не знаю, на что это. Вот, в принципе, нахер не нужны официальные сервера, лицензионные сервера, типа, если вы хотите играть по хамачи, вы сможете создать хоста и играть по хамачи. Что вы делаете дальше? Запускаете лаунчер. У вас выкидывается сразу же табличка. Дальше вы копируете вот этот прекраснейший код из... Не переходите по вот этой ссылке и не скачивайте русификатор, не устанавливайте ничего. Сначала введите код, копируйте код, вставляете его в окно, вам пишется, что все окей, тогда у вас игра еще будет на русском языке и будет все нормально. После этого скачивайте русификатор, у вас будет несколько видов русификации. Вы заходите в папку Mountain Blade и видите вот эту вот штуку, Mountain Blade 1S русификатор Original Font. То есть там будут такие города, которые придумали сами разработчики, а не обосранная Русь. Вот, запускайте эту штуку. У вас вылетает окошко подтверждения, принимаете его с оригинальным шрифтом, видите? Нажимаете «Далее», «Далее», указываете путь к папке Mountain Blade, в моем случае это этот компьютер, дополнительный диск для файлов и Mountain Blade. Вот он хороший. Вы не выбираете тут ничего, просто кликаете Mountain Blade, нажимаете «Далее», и он пошел устанавливать вам. Я это не буду делать, потому что у меня уже установлено. Единственное, что испортит вам этот русификатор, он сломает вам нахер все шрифты, которые были в меню, потому что там используются другие шрифты, тут будет взлом. Not found, какие-то херня, в общем, появится. Дальше, чтобы включить читы, должны нажать на вот эту вот обосранную копию какой-то непонятных арабских символов, нажать Яга, вот это вот какие-то Баба Яга, непонятные символы, и выбрать вот эту херню, нажать ОК. Но я играю без софта, поэтому как бы да. Дальше, когда вы зайдете в игру, у вас будет лагать очень сильно курсор, то есть вы будете передвигать, и он у вас будет пропадать и появляться. Чтобы такого говна не случилось, вы нажимаете сюда, нажимаете дополнительно, нажимаете перейти к расположению файла, нажимаете Mountain Blade, перейти к расположению файла, нажимаете Mountain Blade, свойства, совместимость, и тут выбираете запустить программу в режиме совместимости с Windows пакет обновлений 2. Windows Vista пакет обновлений 2. Дальше нажимаете применить и ОК. После этого у вас не будет лагать курсор. Я рассказал сейчас вам только, сейчас только что, все, что знал об этой игре. Игра работает охеренно, звуки, муки, все это дерьмо работает. И я просто, я невероятно был рад, когда Mountain Blade я запустил на Windows, который даже понятия не имеет, что это такое вообще, что это за вещь такая. Вот. Мне удалось, я очень рад, как бы, ну, классно, в натуре класс, вот. Пользуйтесь на здоровье, все ссылки, все штуки эти я оставлю в описании. Вот, всем спасибо, всем пакетик.